Вот ты и задержан. Э! Ты какого черта? Раз, два, три, елочка, гори! Ребята, всем утюг, с вами Глюк, Сорс, Дуд и Следжер. Привет! На елке. Привет! Здрасте, ребята! Он в Новый год появится под елкой. Да. Ребятки, ну, елки у нас не было, поэтому мы украшали кран. Короче, что мы делаем? Мы сегодня гоняем вот в этой прекрасной карте, но у нас есть новые машинки, но стабного вышло. Должно быть очень весело. Чего ты левитируешь такой, левитун? Господи, что? Нихуа! Нихуа, это что? Это я прилетел. А это... Ты тоже видишь эти спирали, или я не знаю, что это вообще? Да. Все, пока. Японский бог! Как ты это разрываешь вообще? Так, короче, ребят, новая машина. Ребят, вот это новая тачка, и она просто божественная. Вы посмотрите, какие линии, какая красота-то, а? Разные модификации. При том, что ты не любишь маслкары, да. Да, я не люблю маслкары, я этого не скрываю. Но вы посмотрите просто, какие салончики, какое вообще вот все. Вот. Они еще и ездят просто офигительно. Поэтому сегодня первым делом мы будем гонять именно на этих тачках. Ну что, давайте выясним, кто из нас будет убегать первый. Слева направо или справа налево? Я думаю, 2 на 2 у нас будут искать сегодня. Так, Дуд, не формируй с нас флаг, пожалуйста. Уже, ладно. Уже сформировано. Да. Случайное число от 1 до 4. Это 4. Так, Дуд последний, он у нас угоняет. И случайное число от 1 до 3. Это 1. И Следжер убегает. А мы с тобой, Сорс, будем их догонять. Я, конечно, дико извиняюсь. Можете вот так вот постоять немножечко? Просто я не я, если с новой тачкой не сделаю... Вот селфи. А что, селфи? А, не, подожди, я знаю, что он сделает. Знаю, что он сделает. Не знаю, что он сделает. Воу! Это мое колесо! Глюк флип челлендж. Воу, Сорс! А куда Сорс улетел? Фига, Сорс летатель. Прекрасная, новые машинки. Дуд отметился, отлично. Друзьяшки, рубрика «Дополнительный контент». Так как в прошлый раз вы собрали нужное количество лайков, сегодня мы будем летать на вот этом. Короче, два самолета и реактивный автобус. Мне кажется, прекрасное летательное транспортное средство. Замена любому самолету. А не дергайте вы меня. Да не дергайте тебя. У тебя стекло дрожит. Оно же стекло, как оно дрожит. Ну что, страшно. Давайте пытаться. Не надо стрелять, не надо. Давай, полетели. Ладно, не буду. Все, тягу на полную. Сорс, давай свое торбо ускорение включай. О, как меня боком понесло. А как поднятие вверх сделать? Стрелочка вниз. Пацаны, мне страшно. Ну, 230 километров в час. Сейчас, подожди, сейчас взлетим. Ноу. Оп, глюковую часть начинает поднимать. По-моему. Что за скорость пошла вниз? Что происходит? Чего за дрифт? Какой дрифт на самолете? Вы чё? Мне нравится, в принципе. У меня кончилось горючее. В смысле у тебя кончилось горючее? Мы на чем лететь будем? Ребятки, короче, с прошлым автобусом не получилось. Мы взяли другой, и он только что оторвал мне крыло, по-моему. Ты что творишь? Все, готовы. Запускаемся. Газ на полную. Поехали. Подруливаю. Кажется, мы нагреняемся. Управляйте, я этим не могу управлять. Я подруливаю. А в нужную сторону? Да. Закрылки выпускай. Я выпустил. Зачем? Не выпускай, и пусть дома сидят. Что-то горит, крыло отвалилось, ребят. Так, у меня есть идея. Какая идея? Смотри, мы становимся так, чтобы мое левое крыло было в пазике, твое правое было в пазике. Еба! Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо! Саня! Крыло сейчас вырвет нахрен! Я лечу! Мы летим! Лёд!
Авиакатастрофа! Самая успешная попытка была. Ладно, ребят, вот так вот это гуже. Летать на вот этом автобусе. Один пазик не выдерживает два самолета. Короче, если вы хотите, чтобы в следующий раз дополнительный контент также появился, давайте соберем под роликом 6000 лайков, и тогда он будет. Давайте 7 секунд, чтобы ты поставил лайк. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кто поставил лайкец, тот молодец. Так, напомню правила, можно чиниться на заправочках. Время пошло, езжайте. Все, поехали от них. Предлагаю в рассыпную. Так, я, всем я предлагаю пойти сначала Дуда наказать. Дуда? Не понял. Думаешь, Дуда будет легче? Нет, я думаю, что с ними проводимся наоборот дольше. Ну вообще ты прав. Он сейчас даст тапка в пол, он уже уехал на... Мать, Дуд, ты куда? Ну ничего страшного, подожди, он у него на хвосте. Подожди, ты забыл свой обед, Дуд. Прости, это не гоночка, но у меня рефлексы остались. Я вижу, спасибо. Прости, я не специально. Блин, а тачка-то неплохая, она ведет себя как маслкар, но при этом весьма управляемая. Так, а я ж тебе что говорил? Что странно. Да она не похожа на маслкар. Ну, по факту, это квинтэссенция всех фордов. Какие там говорил бы? Здесь и форд, и как бы додж, и все может быть. Ну, короче, все вкусно, но все по чуть-чуть. Да. Так, что-то у меня с коробкой случилось, она не едет нифига. Посмотри, да? Может, она в нейтраль переключилась. Не, она, короче, что-то сдохла, я где-то шибанул ее снизу. Сыпется, понял. Как эти ваши маслкары и форды. И такое в комментариях. Я из-за тебя задний бампер словил. Куда он уехал? Смотрите, давайте устроим флешмоб. Кто топит за маслкары и кому они нравятся, найдите комментарий за маслкары и лайкните его. Я уже лайк. Найдите погнали дальше. Комменты, что я глюк, я жопа, как бы, и не люблю маслкары. Там нет такого комментария. Поставьте туда лайк. Нет, да, я сделаю такой комментарий. О, заправочка. Зачем тебе заправочка? Ты затем, что я себе два бампера отбил. Та самая фигня. Вопрос. И где не все на заправочке. Я починился. Я на заправке. Я вас подожду, вы не против, да? Ты знаешь, что у Вина Дизеля отчество Солярыч? Нет. Дизель Соляра. Как бы да. А это не сбивается. Знаете, самое веселое, я просто катаюсь по городу, мне вообще нормально на чили. Привет, что ты интересно. Ага. Так. Ты меня ударил. То есть даже я так и планировал. Так, я понял. Да. Да, парни. Кажется, мы поймали одного, да? Машина мнется в щи прям. Я тоже. Подожди, он еще может заехать на заправку, если он заедет на заправку. Размучален. Просто делай ему прям грязь. Да отключи удары. Система антипробуксовки, отключись, я тебя прошу. Спасибо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Короче, ты так. Пойман, все. Поехали за вторым. Время! Да. Время, все! Я выиграл. Тюка, Следжер выиграл. Вот самое скучное, что было, ну алло. Мы все время потратили на ссор, на Дуда. По сути, сейчас мы убегаем с Глюком. Да. Но я предлагаю воспользоваться их стратегией. Все равно в одну сторону они двое не поедут. Да, я тоже так думаю. Все, время пошло. Я поехал. Пока. Ну как бы раз, будет... как бы два, да. Как бы три, и я поеду за Глюком. Ага. Сразу ладно, за пока. Мной. За мной сразу поехал. Знаешь, я могу не спешить и аккуратно выруливать. Спасибо, Дуд. Я знал, что ты меня настолько любишь. Не, у меня просто автоматически Дима забрал кого. Мучусь. Ты хотел так. Ты тоже можешь меня мучить. Ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! К обочине, пожалуйста. Да вы уже прижались к моей жопе, отстаньте, пожалуйста. О, Следжер! Следжер, хватит шутить по жопу. Сорза. Я поймал Сорза. Раз, поймал, ты не досчитал. Два, а меня тоже поймали. Три. Четыре. Что? Пять. Шесть. Семь.
8, 9. Да все, поймал, поймал, хрен с тобой. Я не знал, что он сзади крадется. Он так, подкрался, подождите. Знаешь, и незаметно из кустов. Я требую переиграть. Раз, два, три. Сорс, может, едешь? Езжай, Сорс. Давай, Серега, я тебя пропускаю же. На этой модификации вы мне не сделаете. Следжер, ну я даже не знаю. Я напрягся, думал сейчас от Дуда убегать. А ты что, 350 метров от меня? Ты что? Вообще 1000. Это футы. Да, это футы. Короче, нахрен полицейскую модификацию, я понял. Я сдался. Быстрая смена, да? Ах ты, сука, на мосту, блин! Я, блин, под мостом сейчас! 420 метров. Да не переживай, тебе не привыкать. Дуд. Хорошо, хорошо. Блин, вот это я лоханулся! Просто под мостом оказался? Ну да, да. Есть такое. Ой, я что-то нашел. Бля, тут петли начинают, сейчас ты меня догонишь. Смотрите, ребят, какую штуку нашел. Сейчас поеду в эту штуку. А что там по таймеру, кстати? По таймеру еще у нас 2 минуты 30 секунд. Потом направо, если что. Воу. Да я понял уже. Воу, где я? Не, имею в виду после выезда из тоннеля. Рядом где-то слэджер катает. Ну ему не догнать нас. Его нас не догнает. Слышь ты, это, блядь, моя дорога была только что. Ты что, по кругам ты меня возишь? Есть чуть-чуть. Дуд? Да? Иди нахерен. Нет. Ты мне дверь помял? Она дорогая. Я 160 или еду. Не надо. Я догоню. Не надо. Догоню, догоню. Не надо, не надо. Разогнался. Я не понял, а где слэджер? Ля поворот. Ля поворот. Привет. Ля. Приветик. Глюк, чё по таймеру? Глюк, чё по таймеру? Минута 0.5. А ну иди сюда. Нет. На тебе заднее колесо. У меня минус переднее, не трогай заднее. Задний. Я рядом с глюком. Слышь, ты чё за дырку едешь? Ехай. Ладно, едь, едь, молодец, раз. Два, три, подожди, четыре, я двигаю, что ты пять, шесть, семь, я двигаю, восемь, девять, там 10, поймал тебя в дырке, я двигаю, тюк, я в дырке поймал, я не пролез в дырку, нечестно, я его в дырке поймал, ладно, Сорс, ты тоже не можешь, Сорс, давай, вытягивай, ладно, ты тоже не можешь, а ты сейчас отреспаешься, да? Ладно. Нет. Беги! Нет! У меня переднего колеса нет, беги! Беги еще 10 секунд, беги, не знаю как, выходи и беги! Ну все, он 6, ну все, у меня отпали 3 колеса из 4. Выйди из машины, один! Ну я, он успел, он не вышел из машины. Так, гидроудар сейчас буду получать. What the fuck? Я перелетел мост, между мостами там приземлился. I believe, Глюк can fly. Я к тебе, привет. Спасибо. Я думал, ты за мной прыгнешь. Так, ну что, еще раз гоняете, да? Давай посмотрим. Да. 5 минут, время пошло. Угоняйте, угоняйте, уходите. Противные. Мы еще и противные. Я поехал за слэджером. Не надо, я хороший. В смысле ты поехал уже? Это что за... Бля, ты крыса, я даже не успел отъехать. Она с двое за слэджером поехала. Ой-ой-ой-ой. Бля, в тот раз он немножко вылил зря. Бля, в смысле? Вы чё? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, это нечестно, крысы. Восемь, девять, десять. Отлично. Так, где второй? Идите в попу, я не знаю. Все, обидели его. Так, я нашел Дуда. Я его только что видел. Ты, в принципе, можешь же ко мне тпхаться. А ты можешь ко мне? Я в 100 метрах от него. Я тоже в 100 метрах от него. Мы сейчас с тобой встретимся в этом повороте, я уверен. Вот здесь. Да. Но Дуд вот здесь.
Ах ты ж гидрант гребаный. Гидрант? Да, мне гидрант подставил. Подожди, а как он туда? Он уже в 300 метров, давай, гоу-гоу-гоу-гоу. Мне казалось, что он туда заехал, как он туда на 300 метров перепрыгнул? Он проехал там по прямой просто. А-а-а. Просто тупо по прямой ушатал. И куда тебя понесло, дум? Вы знаете, что если на джойстике нажать вверх, то ты как бы да? Ты да? Тренда? Сковорода? Ну, типа, если что, я на нашем спавне, я дуда еще дальше стал. Ну так ты пыхайся на меня. На глюку телепортируйся. Я, конечно, не скажу, что я прямо дико на месте, его сейчас хрен догонишь. На автостраду выехал, конечно. Я бы еще знал, вот на каких поворотах куда бы поворачивать. Ребята, у вас есть шансы, давайте быстрее. Он тупанул. Почему я не еду? Вот в чем вопрос. Так, ладно. У тебя бамперы застряли в колесах. Ребята, у вас есть дикие шансы. Вы куда поехали? Вы пропустили его, ребята! Он вон он, вон он, вон он, вон он. Ребята, постарайтесь быстрее, он пока в очень говёном состоянии. Он сейчас отряспается. Он сейчас, да. Какая разница, вы хотя бы ближе подъедете к нему. Я уже. Я рядом. Ёб твой рот. Найди его взглядом. Ля, ты ему колесо как выбил? Так, все, спасибо. Вот ты и задержан. А он может респаться сколько угодно, пока он ты на заправке. Ты какого черта? Что это так? Это как? Ты почему ко мне приклеился? Отстань. А все, все. Да меня-то зачем? Ля, ребята, вы можете? У меня машина застряла, что за нахер? Он должен доехать, у него одного колеса нету. Я отлично. Доехал. Но я здесь не буду респавниться. Почему? Я же тебя задел. Ты его хорошо задел, он на одном колесе уезжает. Блин, ну тут жмых, короче, он играет очень хорошо. Ладно, я признаю свое поражение. Ты еще и приклеился ко мне, жопа. Да, я приклеился, потому что ты респавнился как раз, когда я в тебе был. Ребят, ну что, теперь я предлагаю сыграть немножечко по классике. О, давай, смотрите, ребят, тут есть такой, знаешь, больной на голову транспорт. Типа вот начиная от холодильника, заканчивая Мерседесом маршруточкой. Вот, давайте мы вот на этом погоняем. Тут получается 3 на 4, это будет 12 вариантов. И будем из этого выбирать. Случайное число от 1 до 4. Кто был вторым? Сорс был вторым. Я стоял между Следжером и тобой, то есть второй был. Хорошо, убегает Сорс и случайное число от 1 до 3. Вот что мне удалось. Случайное число от 1 до 3. Это будет 3. Я убегаю с Сорсом, получается. Да, вы убегаете вдвоем и теперь выбираем машинки. Подожди, готов? Я убегаю. Да куда я... Господи, не надо было так убегать. Так, машинки. Мне понравилось. Смотрим машинки. Из выбранных машин, у нас их всего 7. Случайное число от 1 до 7. Случайное число от 1 до 7. Ответ 3. Так, это ЕТК 6000. Это берется Source, да. ЕТК 6000. Случайное число от 1 до 7. Это будет 7. А у тебя Mercedes Viano. Случайное число от 1 до 7. Это 5. Это получается автобус белый. Случайное число от 1 до 7. Отче наш, же есть на небесе, да светится имя твое, да придется царствие твое. Тоже 5. Это автобусы? Да. Блядь, а можно что-то другое, пожалуйста? Нет. Бери, сука. Не пожалеешь. Бери с ускорителем. Я проклинаю этот день. Ну что, готовы? Нет. Вы готовы, дети? Я срифмую. Я не слышу. Сейчас срифмую. Так, ребят, все, 5 минут время пошло, убегайте. Давай дадим им фору какую-нибудь. Ну, не знаю, Слэзер, можешь ехать, конечно, ты там быстро, все дела. Я отправлюсь за Сорзом. Я знал, что он меня начнет хейтить.
Я вообще молчал сейчас, в чем хейт мой происходит? Люк, как дела? Сразу в меня полетел. А что там за мансение такое? Что тебе не нравится? Слушайте, блядь, на автобусе вот эти повороты делать, у меня тут змейка, какого хера ты сюда заехал? Я в принципе убежал до конца серии. Он не проедет просто в эту трубу. Ай! Да, в смысле, сука, ты что издеваешься, какого хрена? Слэттер, мне нужна твоя помощь. Глюк, как дела? У меня проблема, этот... Он проедет! Этот балбес, короче, заныкался от меня под мостом, и я с разных сторон его не могу забрать. Я не понял, ты где вообще? Он гуляй-поле уехал! А, он на гуляй-поле катается. В смысле? В смысле, блядь? Через там посмотри. Подожди, лебедка, да? Ну, серьезно? Я в другом городе. А как я туда попаду? Не знаю, твои проблемы. Как ты вообще там оказался? Это идеальные тачки. Вот идеальные. Я насилую его машину просто. Насилуй, мне иди, нравится. Иди насилуй камни. Тебе он лучше не нравится. Убиваемый. Так, я спускаюсь вниз. Не, ну меня помяло. Ты себя больше помял, честно сказать. Теперь нужно каким-то... Блин, от него там детали вот постепенно так исчезают. Это так смешно выглядит. Так, я еду прочищать оттуда. Там на слэджера бампер полетел. Давай не будем. Давай будем. Давай не будем. Давай будем. Так, мне нужно немножечко лебедочки. Ну-ка! Зачем ты тормозить начал? Это называется тормоза. Я видел, сорс хороший. Так, а как я должен туда... Я не залазю туда. Ну что за это читерство? Подпихни меня, спасибо. Когда мне дали тачку, которая ни хрена не едет, и заставили... О, спасибо. Не нравится. Помогай мне еще. Я не пролазю, это физически невозможно. Привет. Тебе смешно, да? Пока, Серега. Мне говорили, что большой размер, типа, это хорошо. Кажется, меня обманули. Все, беги. Даю тебе 5 секунд. Так, все, я за тобой. Ай. Чё-то ты медленный. Так, ладно, Дуда я достал. Победила Сири, я понял. Победила Сири, да. Действительно. Потому что Дуд вообще смылся в дырку от меня. Хитрожоп. Я бы там и стоял, честно сказать. Ну да. Я типа, чисто для контента выехал. На самом деле, да, типа там можно было стоять и стоять. А и я мог под мостом там ездить, глюка с глюком заигрывать вообще. А ты и заигрывал. Случайное число от 1 до 7. Ответ 7. Так, блин. Это такой фургончик, как у Дуда, да? Да. Это именно он. Случайное число от 1 до 7. Ответ 2. Пазик. Так, у меня такой же фургончик. Надеюсь, что у Слэдзера появится что-нибудь классное. Слышь ты, летающий дуд. Случайное число от 1 до 7. Это 4. Это 4. А что же не попало? Сурзу, так. Сейчас из выбранных тачек это будет... школьный автобус. Случайное число от 1 до 7. А тебе холодильник, дуд. Бляха, нам звезда, походу. Да, ребят, это холодильник. 5 минут, время пошел. Нахрен. Погода сегодня хорошая, да, Сорс? Я да, вообще... Слушай, ты, наверное, поедешь за глюком, он ниже. Да? Да, а я поеду за тем большим. Зади меня, Сорс, уже. Как у тебя сегодня погода была? У нас как бы снег и шел. У нас тоже. А у вас? Господи, спортивный холодос за мной едет. Как от него скрыться теперь? Брым-брым, я тебя заморожу. О, привет, Сорс. Ай-я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 й! Неуправляемое говно. Господи! По риторике русского языка. Это холодильник смерти, ребят. Раз, два. Ты его уже поймал? О! Ехай, бочка, ехай! Так, ну, короче, все понятно с тобой. В смысле? Где ты? Да не так ехай! А как ты туда уехал? Ладно, я сдаюсь. Все, молодец.
У меня очень удручающее состояние, я... Ты меня видишь, да? Маршрутка смерти пытается ехать в туннеле. Где пассажиры вообще? Они живые? Нет, это маршрутка хаоса, тикая охота, понял? Да это же это страшно, пипец, ты на такой скорости едешь. Ля, ну не несись ты! Ой, господи, Следжер. Лебедка, лебедка. Ты наделся. Он обделался. Тебе колесо под 90 градусов, как ты едешь, и чё? Я не знаю. Заехал бы на заправку. Когда ты научишься заворачивать? Когда у меня автобус отреспаунится, все. Что-то мне подсказывает, что у него проблемы. Да нет. Слушай, я на остановку приезжаю, а здесь конкурент стоит. Давайте так, я переспаунюсь, и мы заново. По-моему, конкуренты здесь. No concurrence, монополия. Соглы. Так, ну нас быстро размотали. Конечно, у вас имбовые такие. Так, ребят, ну что, на этом моменте мы закончим. Ставьте лайк, если вам понравилась победа и борьба холодильников с автомобилями. Заходите на канал моих друзей, ссылочка в описании. Всем удачи, всем бавра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу, будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.